Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами о том, как я пришла в свою прежнюю форму после родов, как я потеряла вес, какими, может быть, тренировками я занимаюсь и все в этом духе. Итак, если вы заинтересовались, то поехали! Ну что ж, это видео я уже давно объявила в Инстаграме, что скоро я его сниму, что я вам его уже давно обещала, и вот наконец-то настало время. И дело в том, что кто, может быть, не знает, кто случайно просто наткнулся на это видео, в декабре я родила дочку, и вот, считаю, сейчас ей уже 4-й месяц идет, и я... практически уже, не практически, а я уже вернулась к тому весу, который у меня был до этого, вообще до беременности, в принципе. И я хотела вам поделиться, с вами поделиться, что я для этого, может быть, делала, какие методы для этого использовала и так далее. И начну я, наверное, с самого-самого начала, немножко с такой предыстории. У меня 2 детей, и первую дочку я родила еще 7 лет назад. И тогда, конечно же, я была намного моложе, на 7 лет моложе. И после... дочери первой я ничего с собой, то есть, не делала, никакой спорт, то есть, ну, специально там не качалась, не тренировалась, да, также никакое питание себе специально не устанавливала, и у меня все мои килограммы лишние ушли просто, ну, вот так, за 2 счета, потому что... не знаю почему, видимо, то, что было и моложе, и метаболизм был намного лучше, и обмен веществ работал хорошо и так далее. Сейчас, конечно, я же тоже не могу жаловаться, но тем не менее, в этот раз у меня произошло и прошло все немножко иначе. И в первую беременность я набрала 17 килограмм, то есть я была 50 килограмм, когда забеременела, точнее даже 52, потом у меня был сильный токсикоз, я похудела на 2 килограмма, и потом опять за всю беременность набрала 17 килограмм. То есть, когда я пошла рожать, я была 67 килограмм весила, но когда родила и приехала домой, я встала на весы, я весила 60 килограмм. И затем вот эти опять... 10, 8 или 10 килограмм, они у меня слетели просто за первые 2 месяца. То есть я ничего вообще не делала, но я должна сказать, что у меня был жуткий депресняк, потому что ребенок у меня много кричал, и это все было для меня ново. Я думаю, новоиспеченные мамочки знают и поймут меня. И да, особенно если ребенок крикун, то тогда вообще ты не знаешь, где верх, где низ, и стараешься все как-то для него, и про себя, в принципе, и забываешь. Поэтому после первой беременности, как я уже сказала, я ничего для этого не делала, то есть у меня все прошло само собой, живот у меня также... обратно встал, стал плоским, без всяких каких-либо моих вмешательств. Я ничего специально не носила, никакие корсеты, бандаж не носила. И, то есть, через 2 месяца я влезала уже в свои прежние джинсы, которые носила до беременности. За вторую свою беременность у меня все прошло немножко иначе. Я должна сказать, что когда я забеременела, я весила немножко больше, 53 или 54 килограмма. Когда пошла рожать, я весила 68 килограмм. И когда я родила и приехала домой, я встала на весы, я была 63 килограмма. То есть, когда я родила свою первую дочь, у меня ушло сразу 7 килограмм. Когда я родила вторую дочь, у меня ушло только 5 килограмм. Хотя, я должна сказать, она у меня и тяжелее, и побольше родилась. Но вот как-то именно килограммы остались больше на мне. И затем, получается, 63 килограмма я была, а теперь я уже достигла своего веса. У меня была цель достигнуть своего первоначального веса, то есть это 53-52 килограмма, и я до него уже дошла. Для тех, кто, может быть, заинтересуется, мой рост 1,71 м, и, девчонки, это мой нормальный вес, то есть я всегда всю жизнь была с таким весом, то есть где-то 52 килограмма. Если вы скажете, что я сейчас слишком худая для такого высокого, скажем так, роста, да, то нет, я всегда уже такая была, то есть это мои пропорции, и если я набираю чуть больше килограмм, то я себя уже и тяжелее чувствую, то есть мне уже тяжелее подниматься по лестнице, таскать ребенка и так далее, то есть это как раз мой вес, который я ношу, который я всю жизнь привыкла носить, и это нормально, вот. Чтобы вы не переживали. Как же я пришла в свою прежнюю форму? Ну, первым делом, это, конечно же, правильное питание. Девчонки, я перешла на ПП. До этого я никогда не сидела и не была на ПП. И многие у меня спрашивали, также и в Инстаграме, я даже писала об этом пост.
можно ли быть на ПП при грудном вскармливании и хватает ли молока? На самом деле, действительно, большинство людей, слыша, что я на ПП или там он на ПП, это значит, что он придерживается какой-то жутко строгой диеты. На самом деле это не так, потому что на диете вы можете сидеть ограниченное время, вы не можете всю жизнь быть на диете, потому что это нехорошо, в принципе, для организма вашего. Правильное питание же это совсем иное, то есть вы просто питаетесь правильно, ПП так в принципе расшифровывается. И я себе начала просто готовить здоровую, вкусную пищу, без не слишком много калорий я употребляю, я должна сказать, то есть это не жирная какая-то еда, также я не употребляю сейчас острое или слишком соленое, потому что я на грудном вскармливании. Но в целом я питаюсь нормально. Я питаюсь 5 раз в день. Это завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. И я даже не успеваю как бы проголодаться. И плюс я пью много воды. Я вот просто поставила себе такую цель, что в день я должна выпивать минимум 2 литра воды. Это и нормально, в принципе, но я за всю свою жизнь, наверное, никогда не пила в день, каждый день по 2 литра воды. То есть, я думаю, вы также с этим сталкиваетесь, потому что пить нужно, организму это требуется, но не всегда получается, конечно же. Но я вот просто вот решила, что я буду сейчас пить, хочу я или не хочу. То есть перед завтраком утром за полчаса до еды, затем ты завтракаешь, затем проходит опять полчаса, я выпиваю стакан воды, затем перед вторым завтраком или после второго завтрака, перед обедом, опять же, в таких промежутках по полчаса. И, в принципе, за день выпивается 2 литра воды. И, девочки, таким образом вы восстанавливаете, или лучше сказать, ускоряете свой метаболизм. Обмен веществ у вас начинает работать намного быстрее, и тем самым ваш организм сжигает то, что не нужно, и вы теряете в весе, хотя вы не голодаете. То есть обмен веществ улучшается. И то же самое произошло у меня. Я перешла на ПП, я начала питаться правильно и хорошо. И, кстати, в Инстаграме, в сторис я показываю иногда свои блюда ПП, которые я себе готовлю, будь то завтрак, ужин, перекус, обед и так далее. Я выставляю их не каждый день, но довольно частенько и сохраняю их в highlights. То есть, если вы зайдете туда на мой аккаунт, то вы можете увидеть ПП-еда и там посмотреть все эти блюда. Иногда даже оставляю некоторые рецептики, которые я нахожу также в интернете где-нибудь. Иногда что-то сама придумываю из своей головы. Очень-очень многим понравилась такая рубрика, я скажу. И спасибо вам огромное. Я вообще не ожидала, что это так прям зайдет и что вам понравится. И многие девочки уже и повторяли некоторые рецепты, потому что действительно ПП-рецепты, они настолько быстрые и простые, плюс полезные для вашего здоровья, что как бы я и сама этого не ожидала. Оказывается, вкусно и полезно питаться не составляет такого уж и большого труда. Но это как раз то, что касается того, как я избавилась от своих лишних килограмм, то есть это произошло у меня достаточно быстро. Плюс я должна сказать, что я занимаюсь еще и спортом, конечно же. Если вы не будете заниматься спортом, то этот процесс будет проходить немножко медленнее, но все же вы будете терять килограммы ваши лишние. И каким же спортом я занимаюсь? На самом деле здесь вообще ничего сложного нет. Я бегаю, и все, практически. И я немножечко качаю свой живот. Но сейчас к животу мы отдельно о нем поговорим, я вернусь. Бег, если вы хотите сбросить килограммы, то бег это самое оптимальное, что вам нужно. Потому что вообще при беге вы будете моментально терять килограммы. Потому что при нем у вас задействованы все ваши мышцы. Вы в движении, вы потеете, вы сжигаете лишние калории. И все, вам больше ничего не нужно. Также вы поддерживаете себя в тонусе. Я на самом деле не очень люблю делать какие-нибудь тренировки. Хотя если мне нужно подкачать какую-то определенную часть тела, то, конечно же, лучше обратиться к тренировкам. Но пока в приоритете у меня было быть в тонусе и потерять лишние килограммы. И при помощи бега и правильного питания я этого добилась. И первые 5 килограмм я сбросила, по-моему, за 3 недели.
Потом ваши килограммы как будто бы замораживаются, то есть организм привыкает к этому опять же, и он останавливается. Но вам нельзя прекращать заниматься, прекращать правильное питание, если вы вдруг захотели на него перейти, потому что все-таки организм потом опять, через какое-то время опять начинает работать, и у вас опять ваши килограммы начинают уходить. У нас, благо, есть дома беговая дорожка, и поэтому я бегаю всегда дома. Я стараюсь бегать примерно 2 или 3 раза в неделю, смотря когда как у меня это получается. И я начала совсем медленно, то есть совсем-совсем потихонечку начала бегать. И у меня нет такого, что вот я сейчас хочу 15 км в час, со скоростью 15 км в час пробежать там 20 км. Да, ну или что-нибудь такое я имею в виду. Нет, я просто смотрю на время, сколько я бегу, ставлю себе скорость та, которая мне приятна, то есть таким прогулочным бегом, и бегу спокойно, сколько смогу. Что же касается живота, после первой беременности у меня живот, как я уже сказала, быстро ушел, стал плоским, и ничего у меня там больше не было, ничего не торчало, я была рада и думала, вот, классно. Во вторую беременность я подумала, ну, наверное, все будет примерно так же, хотя живот у меня был в этот раз намного больше. Хотя и в первую беременность он у меня не был маленьким, но тем не менее он у меня во вторую беременность сейчас был намного больше. И мне было прям под конец уже вообще тяжело ходить последние недельки. Вот. И он решил не так уж быстро у меня уходить. Он у меня до сих пор имеется, именно вот этот сам внутренний животик. И обычно он появляется тогда, если я наемся. Да, если я наемся, то он у меня появляется. И дело в том, что у меня сейчас во второй беременности появился диастаз. Для тех, кто не знает, что такое диастаз, диастаз – это расхождение прямых мышц живота. То есть, если вы представите, да, вот эти 6 кубиков, которые тут здесь 3 и здесь 3, то эти мышцы расходятся, и у вас просто соединяет их соединительная ткань, и получается между ними немножко такое дряблое тело, дряблый живот, дряблая кожа. И да, при диастазе вам ни в коем случае нельзя качать живот нормальным способом, как мы это все знаем. То есть вам не нужно делать так, нельзя делать какие-то скручивания, то есть практически ничего вам делать нельзя. Вам нельзя делать планку и так далее. Если вы обнаружили у себя диастаз и начали качать так живот, то может случиться так, что он у вас станет еще больше, и у вас живот будет еще больше выпирать. Поэтому, девочки, лучше советую проверить, есть ли он у вас, а затем уже начинайте качать живот. Если же у вас его нет, он у вас не появился, то и замечательно, все хорошо. Дело в том, что диастаз может появиться у тех, у кого, например, были близнецы, поскольку живот тоже при близнецах большой. Или если вы родили погодок, то есть первого и второго ребенка, что у вас ничего не успело толком восстановиться. Или же это просто крупные дети и был большой живот. И в основном диастаз развивается уже после вторых родов. И поскольку это были у меня вторые роды, и ребенок был не такой уж и маленький, то есть живот у меня был большой, то у меня появился диастаз. И у меня был поначалу, начальная стадия его, точнее, после того, как я вот родила, и после 6 недель, по-моему, даже еще я начала себе мерить диастаз. Кстати, вы можете в интернете спокойно найти даже видео, как это вы можете у себя проверить. Также можно найти много литературы в интернете, как это делается. Я не буду вам сейчас объяснять, как, но обязательно посмотрите. Могу, может быть, пару ссылочек побросать под видео, на те видео, где вы можете проверить, есть ли он у вас или нет. И у меня был диастаз в 2,5 пальца. Это примерно 3,5 сантиметра, по-моему. И это первая степень диастаза, их вообще 3. При первой степени диастаза еще можно с ним справиться в домашних условиях. И именно это качать живот. Но качать живот, как я уже сказала, не нашим привычным способом, а немножко иначе. И да, я сейчас качаю свой живот. Я начала его качать еще в начале февраля, по-моему. И я его качаю до сих пор. Теперь у меня диастаз уже в 1, иногда в 1,5 пальца, смотря как. То есть я его не качаю так, я его восстанавливаю другим способом. И это действительно работает. И если вам все-таки кажется, что это никуда не уйдет, девчонки, просто
не падайте духом и продолжайте, продолжайте заниматься, и тогда вы увидите результаты. Как я уже сказала, я начала его качать в начале или в конце даже января, сейчас уже у нас практически середина марта, и он у меня сошелся вот буквально в половину, да. Я еще сейчас не рискую качать свой пресс нормальным путем. Посмотрим, как это будет дело дальше продвигаться у нас. Если вы не будете избавляться как-то от диастаза, то у вас будет появляться этот животик. Даже если вы не покушаете, он у вас будет просто торчать, такой животик под пупочком в основном. Диастаз, кстати, бывает как над пупком, так под пупком, так и по всей части, то есть как над, так и под ним. Также, если вы это дело все забросите, это может перейти в грыжу. Вам нельзя будет поднимать вообще никакие тяжелые вещи никакие, а особенно если у вас ребенок, вам его надо качать, и он у вас на руках, то, девчонки, я обязательно вам советую посмотреть, есть ли у вас диастаз. Еще один момент. Я носила бандаж, но его я начала носить немножко поздно, потому что я как-то поздно спохватилась, я не знаю почему. Вообще его советуют надевать уже, если у вас не было, например, кесарево сечение, и простые бандажи вы можете надевать уже после недели или после двух недель после родов. Вот, я начала носить свой бандаж после первого месяца, как прошел практически один месяц. Я потом только себе заказала бандаж и думала, почему же я не сделала это раньше. И я заказала себе бандаж на Амазоне, и он состоит из трех частей. Он не то чтобы прям супер удобный, но все же он эффективный. И он принес то, чего я, в принципе, хотела. Он утягивает вашу талию, он держит вашу осанку, он утягивает живот, то есть он у вас не вываливается, если вы покушаете. То есть он это как бы все держит на месте и помогает вашим органам обратно становиться на месте после родов. Теперь я его уже не ношу, я его относила примерно месяц, и я его носила каждый день с утра до вечера. Если вы носите бандаж или какой-нибудь корсет, я бы все-таки советовала немножечко начать тренироваться, то есть чтобы ваши мышцы полностью не ослабли, чтобы когда вы снимаете бандаж, ваши мышцы все равно как бы держали еще все ваши органы, чтобы не было такого, что у вас все потом без бандажа опускается и падает. Как я качаю свой живот? Я просто нашла несколько тренировок, опять же, на YouTube, могу вам также ссылочки покидать, по каким тренировкам я сейчас занимаюсь. Это мне понравилась одна 5-минутка, и это действительно занимает только 5 минут, и так вы можете начать хотя бы качать свой пресс. Я делаю также боковую планку, как раз боковую планку разрешено делать. То есть вы так тренируете косые мышцы живота, и они как бы уже придерживают ваши прямые мышцы. Вот, в принципе, и все. Это весь мой рассказ. Я надеюсь, я ничего не забыла. Кстати, насчет еще раз моего питания. Вы, наверное, спросите, придерживаюсь ли я каких-либо диет. На самом деле я кушаю все, я ем абсолютно все, но понемногу. Я также писала пост в Инстаграме, если хотите, то почитайте там. И вообще здесь немецкие врачи, немецкие акушеры говорят, можно есть абсолютно все, но просто в меру, в умеренных количествах. Конечно же, если вы на грудном вскармливании, не советуется кушать слишком жирную, слишком соленую пищу, острую также. Я, например, острое до сих пор стараюсь вообще не кушать, потому что все-таки Вероника у меня реагирует на такую еду. Также она у меня реагировала вначале на яйца немножко, но сейчас это тоже у нас восстанавливается, но сейчас она уже практически перестала на них реагировать. И да, смотрите просто по своему ребенку, как он реагирует на те или иные продукты. Если заметите какую-то реакцию или, может быть, какую-то аллергию, то, конечно же, исключите это пока из вашего рациона, затем пытайтесь потихонечку это опять вводить. Может быть, к тому времени он уже не будет на это реагировать и будет все намного спокойнее. Также я, конечно же, не кушаю сейчас много каких-то ягод, соков, с соками не экспериментирую, потому что от этого может пучить. В основном я ем все, то есть здесь в Германии также нет каких-то супер строгих диет, говорят, можно есть все, только понемножку. Ну и, конечно же, это все зависит от самого человека, от его организма, потому что каждый индивидуален, и тот или иной может на это реагировать, другие же нет. Также и с ребенком.
вы должны просто смотреть, как это у вас. И обычно при грудном вскармливании говорится, что килограммы быстро уходят, но практика лично моя показала, что это не всегда так бывает, поэтому я могу понять тех девочек, которые говорят, что вот после родов, даже когда они уже перестали кормить ребенка грудью, все никак не могут справиться со своими лишними килограммами. Да, девчонки, это действительно так, потому что гормоны все-таки это такое дело, все перестраивается, и после моей первой беременности у меня все быстро ушло, килограммы действительно просто растаяли на глазах, можно сказать, у меня. А вот после второй беременности они прям прилипли. Первые 3 килограмма, они, может быть, быстро ушли, но я думаю, это были отеки в основном у меня. А затем, как вот у меня остановилось, так и все. И я потом подумала, нет, с этим надо уже что-то делать, нужно как-то помогать моему организму с ними справляться. И как раз-таки правильное питание и спорт – это все, что вам поможет. И я желаю вам, девчонки, конечно же, прийти к вашим целям, достигнуть ваши цели, чтобы все у вас получилось. У меня получилось, и я до сих пор еще также придерживаюсь правильного питания, также я до сих пор бегаю, также еще качаю свой живот для диастаза. И да, это, конечно же, много работы, но если вы поставите себе эту цель, что да, я хочу, я это сделаю, то вы обязательно этого добьетесь. Ну что ж, наговорила я много, но надеюсь, это видео было для кого-то полезным, интересным, информативным. И всем большое спасибо за внимание. Мы увидимся с вами в следующих видео. И всем пока!